Сейчас мы в янтарном магазине. Смотрим ниточки. Неполированного янтаря. Да. Вот такие бусы, неполированные, 44-46 сантиметров, цена 7 евро. Цена зависит не от длины, а от размера и веса капли окаменевшей смолы. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Это янтарный магазин. В нем очень много разных изделий. И вот еще хотели брошку красивую. И сколько стоит брошечка? Ну, брошки от 7 евро до 200. От 7 евро до 200. 7 Покажите. Евро. Вот такая. Покажите нам чисто янтарную брошечку. Вот такая янтарная брошечка. Зеленый янтарь. 28 евро. Еще что-нибудь есть? Вот такая брошечка. Из янтаря 29. Вот такая 53. Знаете, а какой-нибудь цветочек там вот есть такие брошечки? Вот такая цветочек 15 евро. Вот. Но она натуральная. Зеленый болотный янтарь. Эта брошка стоит 86 евро. Они очень разные. Много факторов, которые влияют на ценообразование. Скажите, пожалуйста, а вот те бусы, которые вы мне показывали, да, они это натуральный янтарь? Да, это натуральный янтарь. Вот, пожалуйста, визитка нашего мастера. Да. Можете посетить сайт и почитать. Янтарь весь натуральный. Спасибо большое. Да, пожалуйста.